Химках наградили лучших фигуристов-любителей. В соревновании «Московские ласточки» приняли участие дети от 4 до 13 лет. Это соревнование для детей, которые занимаются фигурным катанием в оздоровительных группах. То есть они не профессиональные спортсмены, они занимаются, как принято говорить, для здоровья. И вот этот вот турнир, он у нас ежегодно проводится в конце мая. Лизе Никитиной 8 с 5 занимается фигурным катанием. На ее счету уже много соревнований и медалей. Сегодня она в рядах победителей. Я даже не знала, что у меня будет первое место, потому что я не докрутила вращение, но, видимо, меня так оценили. Всего в турнире приняло участие больше полусотни детей. 30 из них получили медали и приятные подарки.